Сейчас срочные сообщения, которые приходят в эти минуты. Совет Евросоюза снял большинство санкций с Белоруссией. Ограничения действовали более 13 лет. Соответствующее решение приняли сегодня главы МИД 28 стран Евросоюза на плановом заседании Совета. Об этом объявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Итак, Совет ЕС снял санкции со 170 физических и 3 юридических лиц из Белоруссии. В этом списке есть и президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в заключении Совета. Ну, санкции остаются в действии относительно оружейного эмбарго. Подробности последуют.